Всем привет! С вами Игромир Адизет, и сегодня у нас наш очередной анбоксинг новейшей карты видеозахвата Avermedia Live Gamer Extreme. Давайте сначала будем рассматривать коробку, но для начала мы отложим, как и тогда, в наших предыдущих видео гарантийный талон. Давайте посмотрим на эту коробку. Вот перед нами изображен Live Gamer Extreme. Ультра низкая задержка. Запись 1080p 60 FPS. Некомпрессированная. Отархивированное видео. Микширование аудио. Поддержка картинки в картинке и живого модификации. Следом у нас идет комплектность. Следом, как и в Live Game, как и в Avermedia TV Express 2.09, как и в Avermedia TV Express 2.09, вот такая комплектность. Live Gamer Extreme, USB 3.0 кабель USB 3.0, 3,5-мм аудиокабель, HDMI кабель, компонентный вход, компонентный для PS3, бэкап скрю, винтик для бэкапа, эксклюзивная обложка и карточка XSplit. Смотрим теперь, что у нас тут. Ну, здесь у нас вся раскраска на разных языках, что называется. Ну и, соответственно, приступаем к распаковке. Итак, давайте мы ее откроем. Только сначала нам надо снять вот эту пломбочку. Сделать ее слишком короткими ногтями не удастся. Давайте я вам вот так вот покажу. Это будет длиться очень долго. Сейчас мы попробуем опять же USB-портом. И так USB-портом не получится. Потом он будет ломаться. Так вот уже. Немножко порвал, извиняюсь за это. И там пломбочка. Невероятно. Наверное, на самом деле классно упаковали вот эту штуковину. Очень классно упаковали эту штуковину. Я даже сам не заметил. Сколько там две пломбочки. У некоторых коробок они как бы клеющиеся. Опять же снимаем и вторую пломбочку. И открываем нашу коробку из-под Live Gamer Extreme. Отложим облицовочную крышку в сторону. К девайсу мы приступим позже. Тем более, что там есть вот эта эксклюзивная обложка LGX. Дальше у нас идет информация. По тому, как будет работать LED. Специальный сертификат XSplit.
Открываем вот эту облицовку из-под девайса. Откладываем в сторону. И что мы здесь видим? Здесь у нас специальная штука, которая отвечает за винтик для бэкапа. Далее у нас идет вот такие кабели для компонента. Здесь у нас идет USB-порт, это самое главное. Самое главное, чтобы был 3.0, совмещенность 2.0. HDMI. Аудио-вход. И дополнение к компонентному кабелю. Дальше у нас идет инструкции, набор инструкций на разных языках. И, соответственно, информационный пакет Live Gamer Extreme. Откладываем все это в сторону и приступаем непосредственно к самому девайсу. Снимается он очень легко. Легко он очень снимается. Он очень легко снимается. Вот мы видим Live Gamer Extreme от Evermedia. Здесь у нас находится порт для наушников, порт для микрофона. То есть два микширующих звука, микширующих аудиозвука, два входа для микширующего аудиозвука. Здесь у нас находится USB 3.0, компонентный вход, HDMI вход для приставки и HDMI выход для ТВ. Собственно, все, что я хотел сказать об этом устройстве. С вами был Громяра Дизет. Стримы вы увидите несколько позже. Всем пока! Harder, better, faster, stronger.